Завещать родственникам все, что нажито непосильным трудом, решится не каждый. Один стакан воды вовремя не подал, другой в долгах уже 5 лет сидит, третий сплетни по всей родне разносит. Ей-богу, единственным достойным наследником в данном случае является любимый кот. Конечно, коту имущество не завещаешь, но кого-нибудь обязать за ним ухаживать с помощью завещания можно попробовать. Завещанием признается распоряжение гражданином своим имуществом на момент своей смерти. Написать завещание намного сложнее, чем стишок для эстрадной песни. Для этого нужно быть дееспособным, то есть как минимум совершеннолетним, в здравом уме и твердой памяти. Если люди болеют умственными болезнями, но которые не влияют на их способность давать оценку там, происходящему, адекватно рассуждать и в том числе вот составлять это завещание. Но уже сама по себе вот эта болезнь, она как бы дает основание в последующем недобросовестным наследникам обращаться в суд и признавать это завещание недействительным. У кого есть сомнения насчет своего здоровья и добросовестности родственников, может обратиться в НИИ криминалистики. Там проведут экспертизу на дееспособность. Эта справка выдается на конкретную сделку. То есть она о совершении сделки, она выдается именно для совершения сделки. Но в этом самом заключении пишется, что срок ее действия 20 дней. После этого можете заняться непосредственно текстом вашего произведения. Вы должны написать его лично и удостоверить его у нотариуса. Кстати, литературную сторону дела может взять на себя и нотариус, но в присутствии свидетелей. Не могут быть свидетелями при составлении завещания лица, которые привлекались к уголовной ответственности за дачу ложных показаний, лица, которые находятся в родственных отношениях с наследником либо с нотариусом, лица, которые не понимают язык, на котором ведется дело производства, лица, которые не понимают сути происходящего, что происходит вообще, зачем он сюда пришел. От значимости момента у наследодателя могут задрожать руки, но и это закон предусмотрел. Если гражданин не может сам подписать завещание, это может сделать нотариус, однако в присутствии свидетелей и с указанием причин, по которым гражданин не может подписать завещание. Например, какие-то физические недостатки, инвалидность, либо какое-либо заболевание. Явиться в нотариальную контору порой трудно или просто лень. Заверить завещание и не вылезти из-под одеяла возможно. Для этого нужно вызвать нотариуса на дом. Интересным для многих может показаться и такая разновидность, как закрытое завещание. До того, как человек умрет, никто, даже нотариус, не видит, о чем оно, это завещание. Потому что в тех двух случаях нотариус видит, о чем оно. Закрытая форма – это приносится запечатанный конверт, и нотариус уже есть определенная процедура, по которой нотариус принимает это закрытое завещание. Гражданин приходит к нотариусу, у него в конверте есть завещание, но нотариус обязательно должен предупредить такого гражданина, что это завещание должно быть написано им лично и подписано им лично. Нотариус в присутствии двух свидетелей удостоверяет это завещание, не вынимая его из конверта. Свидетели ставят свои подписи на этом конверте с указанием их фамилий и адресов, и такое завещание приравнивается к нотариально удостоверенному и имеет юридическую силу. А теперь обратимся к содержательной стороне вашего творения. Она очень важна, ведь от него зависит судьба, судьба вашего имущества. Завещатель вправе распорядиться как всем своим имуществом, так и частью своего имущества. Однако, если в завещании будет указана только часть имущества, например, только квартира, то наследоваться по завещанию будет только квартира. Что касается всего остального имущества, то судьба его будет такова. Оно будет наследоваться по закону, согласно правилам гражданского законодательства, а именно наследниками первой очереди – дети, супруги, родители. Своим завещанием вы можете поставить наследника в тупиковую ситуацию. Например, оговорить условия, когда наследник получит наследство, если будет ухаживать за домашними животными умершего. Кроме того, наследодатель может оговорить возложение каких-то, совершение каких-то общеполезных действий. Именно уже на наследника он возлагает. Допустим, вот все имущество завещает тебе-то, но вместе с тем ты должен сделать, допустим, передать вот все мои книги в библиотеку там такую-то. Или не общеполезных целей, а конкретных действий, это уже называется завещательный отказ. Допустим, предоставить право пользования квартирой конкретному гражданину.
Если вам понравилось такое писательское творчество, можете заниматься им хоть через день, пока не наберется на полноценное собрание сочинений. Не обязательно художественную, но точно юридическую силу будет иметь последний вариант завещания. Правда, и здесь есть нюанс. Если последнее завещание изменяет предыдущее, не отменяет полностью, а только изменяет какую-то часть в предыдущем завещании, то, соответственно, неизмененная часть остается действующей, и судьба имущества будет определяться по завещанию первичному, скажем так. А последующее завещание будет определять судьбу имущества того, которое указано в нем. Есть категория лиц, которая получит свою долю независимо от содержания завещания. Законодатель защитил права несовершеннолетних детей, равно как и права нетрудоспособных супругов, нетрудоспособных родителей и нетрудоспособных детей. То есть могут быть уже совершеннолетние дети, но нетрудоспособные. Вот. То есть им причитается в обязательном порядке часть имущества, которая составляет не менее половины от того, что они бы получили по закону. Так называемая обязательная доля.